о пользе малого бизнеса. Сейчас 25 февраля, Санта-Крус-де-Тенериф, проходит карнавал, самый большой после Рио-де-Жанейро. Так вот, многие большие сети магазинов, они все закрыты. Закрыты целую неделю, карнавал идет чуть ли не 20 дней. И большие сети, кафешек, всего-всего, они все закрыты. Маленькие кафешки, они очень быстро изменили время работы и работают практически круглосуточно. Так же, как и дальше улица с магазинами. То есть малый бизнес, он очень быстрый на изменение графика. Поэтому в Эстонии, если вы начинаете малый бизнес, всегда меняйте свой график работы. То есть какой-то супермаркет закрылся, тут же праздник, куча людей, которые гуляют круглосуточно, и поэтому все маленькие магазинчики открыты, имеют прибыль, а все большие магазины закрыты и ничего не имеют. Вот так. Так что малый бизнес имеет место, ну, чтобы начаться и меняться под окружающий мир очень быстро. И за счет этого он будет выживать.